Здравствуйте, это новости Дагестана на ННТ, в студии Махач Курбанов. Небольшой анонс. ГИБДД рекомендует в связи с похолоданием не выезжать на летней или изношенной резине и соблюдать правила дорожного движения. В рамках проведения благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ведомства поздравили воспитанников школы-интерната в Леникенте с наступающим Новым годом. Победные броски и захваты. Обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Милат Алирзаев провел свой мастер-класс в Махачкале. В отдел полиции по Советскому району с заявлением обратилась 27-летняя девушка, менеджер дополнительного офиса микрофинансовой компании. По ее словам, неизвестный, лицо которого было скрыто медицинской маской, а на руках были надеты перчатки, ворвался в помещение организации. Угрожая применить оружие, он потребовал отдать все деньги из кассы. Довести умысел до конца ему помешала сотрудница компании, успев нажать тревожную кнопку. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый сразу был установлен и доставлен в отдел. Им оказался 41-летний, житель пригородного поселка Махачкалы, который в ходе допроса сознался в содеянном. Мужчина задержан по порядке статьи 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело, статья 162, часть 2 УК РФ. Разбой. Жизнь ради жизни. В Махачкале открыли памятник всем врачам, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Памятник расположен на территории медицинского университета. В церемонии открытия принял участие и в РИО главы Сергей Меликов. Открытие памятника тем, кто отдал свою жизнь, защитил и продолжает защищать нас, простых людей. Я говорю об этом действительно объективно, потому что сам столкнулся с бескорыстным отношением врачей, на себе это испытал, им абсолютно все равно, кто перед ними находится. Высокого ранга чиновник или простой человек. Они ко всем одинаково внимательны, они ко всем одинаково душевно относятся и подходят, и на самом деле продолжают выполнять свой долг сегодня. Этот мемориал будет вечной памятью о тех, кто во время пандемии до последнего вздоха остался верен клятве Гиппократа и кто отдал свою жизнь ради спасения людей. Распространение коронавируса в Дагестане набирает обороты. Официальная статистика показывает неуклонный рост зараженных. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, коронавирус подтвержден еще у 157 человек. Умерли в регионе 1084 носителя инфекции. Шестеро из них скончались за предыдущий день. Общее количество зараженных в республике за весь период пандемии составляет уже более 22 тысяч человек. Сейчас в Дагестане действует режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. При этом школы и детские сады в республике работают в обычном режиме, а вузы частично перевели студентов на дистанционное обучение. Управление ГИБДД Дагестана призывает водителей и пешеходов быть бдительнее на дорогах. В связи с изменением погодных условий и понижением температуры, Госавтоинспекция республики рекомендует участникам дорожного движения не пренебрегать правилами безопасности. Не стоит забывать о том, что наличие гололеда существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций. Даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине. Не забывайте о том, что в зимних условиях автомобиль ведет себя совсем по-другому. Он менее послушен, тормозной путь увеличивается. В связи с этим обращаюсь и к пешеходам. Не забывайте, что управлять транспортным средством намного тяжелее. Естественно, предотвратить опасную ситуацию, связанную с внезапным выходом пешехода на проезжую часть, очень сложно. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в Госавтоинспекцию. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие. При необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. В Дагестане 31 декабря объявлен нерабочим днем. Соответствующее распоряжение подписал в РИО главы региона Сергей Меликов. Рабочий день перенесен на субботу 26 декабря. Напомним, что ранее Владимир Путин рекомендовал главам регионов официально сделать 31 декабря выходным. При этом глава государства отметил, что в течение 2021 года подобное решение можно будет принять уже на федеральном уровне. С Нового года минимальный размер оплаты труда впервые превысит прожиточный минимум. Это коснется почти 4 миллионов россиян.
Так, с 1 января его сумма составит 12 792 рубля или с ростом на 5,5%. МРОТ и прожиточный минимум собираются рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Также будут сохранены целевые соотношения в зарплате категории бюджетников, которые предусмотрены майскими указами. К другим темам. Дагестанские полицейские поздравили воспитанников школы-интерната в Ленинкенте с наступающим Новым годом. В рамках проведения благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» министр внутренних дел Республики Абдурашид Магомедов и сотрудники ведомства посетили специальную общеобразовательную школу-интернат первого вида в Ленинкенте. Ребята с радостью встретили гостей. Перед большой новогодней елкой для полицейских дети подготовили театрализованные представления и танцевальные программы. Абдурашид Магомедов поздравил детей и коллектив учителей с наступающим праздником. Мы обозначили, что здесь живут, учатся, готовятся к большой жизни необыкновенные дети, необыкновенно хорошие дети. Мы всегда рады с вами встретиться. Вот искренне вам говорю, вот этой силы, которую мы здесь получаем от вас, той энергии, доброты, любви друг к другу, нам хватает на целый год. В конце встречи каждый ребенок получил из рук министра новогодний подарок. В Махачкале на смену проливным дождям пришел снег и заморозки. Столбики термометров опустились до минус 4 градусов. Однако по прогнозам синоптиков похолодание будет недолгим. Уже в эти выходные в Махачкале установится ясная солнечная погода. Сохранится она вплоть до Нового года и на январские выходные. В целом зима в столице республики будет теплой. Снежная погода все же ожидается в середине января и до начала февраля. И к спортивным новостям. Каскад эффектных бросков, различные приемы и захваты. Обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Милат Алирзаев провел мастер-класс в Махачкале. В спортклубе грэплинга Universal Fighters 22-летний классик показал, как одержал свою самую громкую победу в карьере. Подробнее Курбан Рагимов. Тянете этой рукой под себя, и отсюда идет бросок. Точно таким же эффектным прогибом через грудь 10 дней назад Милат Алирзаев оформил золото Кубка мира. На открытой тренировке чемпион показывает свой основной технический арсенал. Тут втроем и скручиваем. Вместе с Алирзаевым своим опытом и навыками делится его личный тренер Магомед Али Магомедалиев. В греко-римской борьбе все действия строго ограничены зоной выше талии. Несмотря на это, специалисты считают вид спорта отличной базой для будущих грэпплеров. Броски со стойки, они также у нас оцениваются хорошими баллами. И поэтому очень нужные приемы для нас показал сегодня. Некоторые приемы намотали, можно сказать, себе на ус. Будем преподавать, показывать ребятам. С блеском в глазах дети с неподдельным интересом следят за каждым движением. 22-летний Алирзаев признается, ему впервые довелось проводить мастер-класс. Дело это ответственное, говорит. Сначала был даже немного скован, но потом взял себя в руки. Я-то привык все время смотреть, наблюдать, как показывают наши взрослые спортсмены, именитые уже. Самому как-то уже непривычно, первый раз чуть волнуешься, не знаешь, что именно показать. Но эти дети, я видел у них искринку, можно сказать. Они хотят стать чемпионами, равняются, можно сказать, на старших. И они хотят вырасти, стать чемпионами, как мы, то же самое. Чемпионами не рождаются, ими становятся, внушают начинающим грэпплерам именитые гости тренировки. Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков и заммуфтия Дагестана Идрис Асадулаев обратились со словами напутствия. В неформальной беседе юные спортсмены сполна воспользовались возможностью задать интересующие их вопросы, а после сделали памятные фотографии. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Всего доброго.